Привет всем, вы на канале Бер и Гейм. Мы продолжаем проходить метро 2033 Редукс, обновленный, улучшенный метро Вич. И вот мы здесь с вами остановились. В общем, Хан сказал нам, что надо бы нам... Как в морг плачет, помнишь, когда взорвать. Взорвать туннельчик. Куда он там побежал? Не помешает. Иди отсюда! Шифти, бегай, бегай, бегай! Здесь только так. Откуда они повылезали, блин? Не дали даже игру начать. Иди отсюда нахрен. Ай-ай-ай-ай-ай. Что нам это ай даст? Нету? Нету. Нам надо валить отсюда, в общем-то. Бомбу какую-то найти где-то. Который корову отложил. Так что давайте искать. В общем, да, что-то нам надо взорвать здесь туннельчик. Говорила, я не успела сказать. О! Что такое? А, с трупика взяли. Понятно. Трупик хороший, воняет. Обдрестался напоследок перед смертью. Иди их жри. Нас не трогай. Ищи, ищи. О, аптечки 4. Жри. Укольчик надо? Ух ты. Да? Здесь уже все сделано. А-а-а. Нам надо как-то журнал найти. И почитать, что журнал. Труба. Да хер ты волосатый, лысый. Ну, хер ты лысый, без яиц. Яйца как твои отдали. Как попадать вообще нереально. А ты другой выбери. Ну, потом. Они быстрые ко мне. Шифти, шифти. Помнишь, как в этом, в той игре мы бегали? О, пернул. Они пердеть умеют. Меняй, да что ж такое? У тебя вообще ничего нет. Шифти, Кать, шифти. Ну и что дальше? Как дальше? Бежи. Бежи. Беги! Я к вам с сюрпризом. А не надо здесь к ним, не здесь нужен сюрприз. Нужно идти в конец и закладывать эту бомбу. Я понимаю. А мне драться с ними-то нечем. А-а-а. Пусть они его убьют хотя бы, а то, блин... Вообще, что ли, уже вас нет? Вообще ничего нет. Чем мне не нравится эта игра? Тем, что здесь заканчиваются патроны, и с ними очень здесь проблематично. Как в России заканчиваются деньги. Что такое? А, вот патроны мы взяли. Ох, ты, ёпта, наём. Перезарядил? Давай, перезаряжай всё. Жесть, у них задница есть, только что задницу видел. Нормальная такая, лысенькая. Не как у меня, без волос. Вот этой штуки нет, значит, тут из этой постреляем. Ну, понятно. Хорошо, ладно, мы забрали какую-то канистру. Теперь нам надо... Отсюда мы пришли, типа такого. Значит, туда, в конец туннеля, где белый свет, а где виселица будет. Прямо мы еще пока идем. Да, откинемся. Обыщем что-нибудь здесь. Встретим ангела. Ага, сейчас. Тихо-тихо, не перестреливай, не перестреливай. Шифти. Все ко мне. О, попало. Да козлы, что у вас так много? Фу на вас еще раз. Получил. Да вот как вы меня бесите. Пускай не туда идут. Пускай идут. А финики-то, финики-то где? О, что такое? Жожоба. Четыре патрона. Обалдеть. Остатки. Перед смертью остался. Не успел стреляться. О, Семён. О, Василий. Да беги ты от них, нахрен. Да, действительно, что они там... Тимофей, сидят? Беги, Тёма, Артёмушка. Черемуха ты наша. Бочку катят на тебя, видишь? Они бочку катят. Не хотите бочку на наш? Двумя пальцами. Они если хотят есть, они хоп и вилка. Раз кусок мяса и жрать вместо вилки. Задолбали, козлы. Как они плодятся вообще? Мне кажется, здесь надо... Дневник. Посветлее сделать? Да, вообще ни хрена не вижу. Если... Где здесь? Только что гамму видела. Гамма есть? Внизу. А, вот гамма. Вообще с ума сойти. Слушай, не перебор?
в этом тоннеле нет. Потому что я серьезно, я ничего не вижу, просто мне некомфортно играть. Мало того, что патроны здесь, еще и непонятно. Так что будем посветлее немножко играть. Хорошо живет на свете Винни-Пух, а ты его поездил, Пики, что такое? Опять, смотрите, бегут. Жрать хотят? А как ты хотел? Все. Семен Семенович. Ну и вот как? Как вот это играть? Бегет! Тогда неси! Жрите щи и суп! Четыре пулечки взял, смотри какое. Молодец, Тёмочка. А в попке есть свечка? Давай. Мишка, я поняла, нам туда надо бежать, и там... А вон там можно еще где-то, понял. Хер лысый. Хер лысый, бритый. Давай убивайте их. Ты танкист, а ты веселый гуся. Да это же... Что происходит? Давайте быстро. О, точно, как в море, точно. Я тебе сказал. Обалдеть, они, наверное, этот же, как сэмпл, звук взяли, да, получается? Охренеть. Да. Так, все, пусть они их убивают, мы постоим, подождем. У них вечные патроны, зашибись. А Тёма вечно обделенный. В России все обделенные, даже Тёма. Жесть, он видел, задница розовая. Розовая задница. О-о-о. Как пёр Шатунов. Да где эту потную бомбу заложить? Кучу навалил. Жесть, ничего нету. Опять гумосеки бегут. Пусть бегут. Мы тоже бежим. Ребята, привет! Вы туда, мы туда! О, какой-то дымок. О, мы можем все время бежать, зашли. Заложил, заложил. И сейчас беги к ним обратно. Ай-яй-яй! Куда? А, все правильно. Забивайте всех этих тварей! Шути! Выкинь оружие другое. Возьми... Вот теперь он только бежать может, представляешь? Так, у нас таймер идет, таймер идет, таймер идет, мы должны успеть. Таймер сам идет, у него есть ноги. Давай, патронок нет у него, бежим дальше, бежим. Ай! Еще это нам туда, брат. Так, мы... Сейчас, надо успеть. Успеть. А, че, монстры испугались? Блин, их там уже сожрали. А нам стрелять нечем. Пойдем туда, пускай не дохнут. Так, мне надо, чтобы они их убили, чтобы мне чуть-чуть... О, сохранение прошло, смотри. Угу. Как круто. Так, там наверх там ступеньки. Почистить этот противогаз. Верни сюда. Ой, как хорошо. Что такое? Там ступени были какие-то, там наверх можно пройти, может там оружие есть. Да не, да, здесь уже, не здесь. А где? Вот сюда. Ох, хер бегает. Джей, чё не бегают-то все время? Какие ступени? Ну, повернись, поищи. Вот они. Вот ступени, блин. Здесь ружбас есть? Блин, здесь хер стоит. Чё там такое? Охренеть. Я хотела как в Outlast'е. Не прошло. Не прокатило, как говорят. Так, защищайте меня, защищайте. Да где... Бритоголовые. Патроны не дают, значит, защищайте. Позор какой-то. Я так думаю, что там, наверное, проход какой-нибудь открылся. Мы же его взорвали. Как думаешь? Угу. И мы бочку катить умеем. А эти там оттуда бесконечно будут сыпаться, так что, видимо... Нам еще что-то надо сделать. Надо по дневнику посмотреть, что делать. По заданию. Может быть, это не все, что мы взорвали? Еще что-то взорвать надо? А, подожди, вот проход мы взорвали. Значит, еще один какой-то. Подожди, оттуда лезут монстры, правильно? Угу. Нихера себе, Тёма сильный. Мы жесть. Ну как вот играть? Патронов нету. Far Cry то лучше было, нахуй, хоть он и задолбал его. Такое жарко, да? О, Гевар лежит. Что такое?
Что это такое? Чё ты там делаешь нахер? А, это дымки эти, призраки. А, не иди к ним. Всё, я повторю то, что сказал. Мухомор? И как его звали? Я забыл. Они тут у костра, смотри, не дают пройти, вот гады. Никак не хотят меня пропускать туда подальше. Здесь у нас что такое? Здесь у нас тоже не пройти. Остается только та лестница, по которой монстр спускался. Да. Фейзи, Фейзи. Хер бегает. Они без херы. А что здесь? Блин, убивай его, у нас есть патроны. О, хер. О, а, кружок мы дали. Да ёпта налево, что делать-то? Чё ты бегаешь, Адольф, ты потный? У меня бегаете все, шизики. Что ты так медленно бежишь-то? Потому что дерьмово ему. О. Пошли к нашим парням. Где, может, что делать? О, он уже нас обгоняет, смотри. Ты коричневый зад. Чего? В смысле, сколько этих козлов здесь? Ну просто капец, куски мяса. Ханатурян, что не скажешь нам? Ничего не хочет нам говорить. Ну, это задание узнать, как смотреть. Блин, мы не почитали комментарий тот большой, но и... А там вроде бы не было там такого ничего написано. Муха какая-то летает, жрать хочет. Иди оттуда. Вот здесь вот что это такое? Мы туда прыгали и сдохли. Может быть, там как-то аккуратно надо? А куда? Там огонь, там нельзя никуда. Да? Ну, не знаю. О. Бежим! Задолбали эти уроды, ну что они не дают нам обследовать ничего? Товарищи! Бежим, шухер! О, молодцы! Стреляйте! Помнишь, они же нам так и сказали, если там что-то будет, то беги типа к нам, прячься. Вот, видимо, тут такое блин, задание. Куда еще засунуть зад? Нам там надо все исследовать. Вот там что такое? А, там этот проход, он еще не открылся. Как нам... Здесь не дают козлы обследовать. Да припадок, ты проклятый, а! Слушай, иди туда к ребятам, что ты здесь ходишь? К ребятам, к своим иди, да? У тебя тоже ребята есть. Вот это что за проход? Какой-то гепард. Обратно. Вообще. Первый, второй... А, три тройной, смотри-ка ты. Да убей ты козла этого. За нами бежит. Слушай, вот тебе надо прям за нами бежать. Идиот, это задолбало. Когда они подохнут уже, уроды? Просто не дают пройти, скоты. Смотри, сколько мяса этого поганого, проклятого. Инвентарь? Чё там? Что такое ПНВ? Не знаю. Атака ножом М. Ну, можно. Не очень удобно. Переделай. Инвентарь оружия. Дополнительное оружие. Нету никакого дневника здесь. Вон там был написан дневник. В настройках. Вон дневник. Назад. Вот. Хан привел меня на Тургеневскую проклятую станцию. Ее жители были обречены и боролись за выживание до последнего. Ага, это не найдено у нас, значит. Заметка. Я думаю, нам как-то надо через призраков пройти. Что-то там с ними.
Хан, пойдем с нами, почитаешь свою херню. Ужасик, какие они стрёмные. Что еще нам надо? Вот это вот. Ножом хорошо можно бить, может быть. Куда идти-то, ёптую налево? Куда идти? Что это за дерьмо тут светит, мигает? Убегай отсюда нахер! Все, заметка нахрен. Подойди, Хануриан, видишь, бежит чел? Вижу, бежит. Ждет нас благословение. Маленькую станцию выиграно. После игры. Я не пойду. Я почему здесь? Жесть и стрёмно. Обрушились. Если ты все еще собираешься в полис, тебе придется идти в обход. Отсюда тебе дорога прямо до Кузнецкого моста. А потом придется идти через станции, принадлежащие или красным, или фашистам. Пойдем. Он нас сейчас доведет? Кузнецкий мост — независимая станция. На ней у тебя не возникнет сложностей. Другое дело — коммунисты. Они там строят прекрасный новый мир, но старыми методами. Все прелести государства строгого режима налицо. На Кузнецком мосту разыщи моего знакомого, Андрея, мастера. Скажи, что от меня. Он тебе поможет. Херы. Что-то не читал он молитву какую-то. Вынул шаманские кости. Сейчас немножко потемнее сделаю. Так, что у нас там, видео, да? Нет, не видео. Игра, что ли? Гамму. Все. И не благодарите. Все нахер. Сюда нам? А куда? Он же нас привел. Надежды. Даже в нынешние времена мы не можем избавиться от вещей, которые делают нас людьми. Все, здесь мы тормознемся. Подписка на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки. Всем удачи. Смотрите наше прохождение. Пока.